Семена смеси низких однолетников цветочное конфетти, низких однолетников цветочного конфетти смесь, предпочитают солнечные открытые участки, а также полутень. В одном пакетике разнообразные расцветки, белые, желтые, фиолетовые и другие, получится пестрая и яркая клумба. Гармонично подобранный микс образует оригинальную садовую группу. Высота растения не превышает 30 см. Цветы распускаются с июня до конца сентября. Семена высеивают в плодородную питательную почву, всходы появляются через 1-3 недели. Идеальное время для посадки – конец апреля, начало мая. Смесь низких однолетников цветочное конфетти – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Смесь прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания смеси прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает смесь низких однолетников цветочное конфетти в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.